Білкова Маріна готується. Команда судей. Так, чок, как я.
Идет. Якщо враховувати те, що я починала, я була зовсім маленькою, то навіть краще стала виглядати, як почала займатися спортом. Вот.
150. Поехали. Давай, Настя, пятая. Настя, спину подведи. Аккуратно. Подбородок, поясницу. До конца! Два к одному. Третий раунд соревнований приседаний. Категория до 52 килограмма, на которой Марина выступает. Вес взят. Закончилось результатом 150 килограмм. Воткни спину хорошо. Аккуратно. А что? 40 секунд. Расставилась хорошо. Поясницу поднял. Славненько до конца! Сюда! 2-1 вес не засчитан. Рекорд устоял. Готовится Абдулина, за ней чипит, за ней Кременчук. Ноги хорошо прижми. Уже нас прижало. Натяжечку. Пресс. Дави. Отлично. На 27 плечи. Бороду к груди. Таз. И натягивай. Маленько. На 45 рук, а на за ней готов на 150 стрелков. 45 рук, а на 150 стрелков.
тільки проконтролюють. Тягуємося до кінця! Є новий рекорд України. Ніколи не можна бути повністю задоволеним собою. Треба завжди працювати, працювати, ще раз працювати. Город Каламы. Спокойно. Все, не бегайте. Четко вставай. Идем.
205 для Абдуллиной Виктории. Последняя участница второго раунда. Очередная попытка побить рекорд. Ноги поставила по шее. Yeah.
Давай! Нам! Валі! Лучше есть лечить пельмарин. Ровненько оставляй! Вот так. Давай, тяни! Давай!
fight. Я уже занимаюсь 12 лет пауэрлифтингом, а пришла в зал, наверное, как все, фигуру поправить. Тренируется самостоятельно. Утро на чемпионат сезонных игр 2005-2009 года. А сумка чемпиона мира 2011 года. Thank you.
вес установить 160 кг для павлина курения. Вес взят. Установить на штангу 97,5 кг для кубошка. Готовит рекорд Украины в этом упражнении, принадлежит Соловьеву Ларисе. 245 кг составляет. Вес взят. Установить на штангу 110 кг для... Вес взят. Установить на штангу. Спину держи. Попытка. Готовится подгорная. Литвин. Мне нравится каждое соревнование, как бы приумножать свой результат, превышать свой результат, тот, который был на предыдущих соревнованиях, и просто, в принципе, чувствовать себя сильной женщиной, в прямом смысле слова.